Активная жизненная позиция, целеустремленность и неравнодушное отношение к людям – качества, которыми обладают юные волонтеры «Химок». В 2020 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и при поддержке главы Дмитрия Волошина в округе открыли региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», которому исполнилось 3 года. Двойной праздник отметили в Восходе – день рождения центра и день добровольца Московской области. 3 года, как появился у нас в городском Химки волонтерский ресурсный центр. Хотел бы сказать, что, наверное, правильно было бы мерить не годами, да, там, 3 года, 5 лет, а делами. Потому что даже за эти 3 года прошло очень много событий, и событий не только в Химках, но и во всем мире, где мы действительно поняли о том, что волонтеры, добровольцы – это реальная сила. Ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках стал надежной опорой жителей в пандемию и СВО. Готовые всегда прийти на помощь, ребята доказали, что они настоящие добровольцы. В Химках очень развито молодежное движение и волонтерское движение. У нас очень активная молодежь, у нас и молодая гвардия, и волонтеры, патриотический клуб «Сова». Это классные ребята с добрыми и большими сердцами. Юных волонтеров поздравили депутаты муниципального совета партии «Единая Россия» Александр Васильев, Руслан Шаипов, Алексей Федоров, Артур Каримов. К напутственным словам присоединились Ирина Беляева и Юлия Ишкова. Они берутся за все, выполняют абсолютно все то, что от них требуется. С ними на самом деле очень приятно работать. Я очень рада, что у нас такая активная, здравомыслящая, целеустремленная молодежь. Я как педагог знаю, что раньше считалось, что ребенка можно воспитать через общественно полезный труд. Доброволец сегодня – это зрелая личность, внутренние качества которому не дают ему быть равнодушным к чужим судьбам. Алексей Метелкин учится на 1-м курсе колледжа. В дальнейшем планирует работать режиссером по свету. Алексея, как и других ребят, наградили благодарственным письмом. Мне хотелось как-то разнообразить свою жизнь, и мама посоветовала пойти в эту организацию. И так я познакомился с многим количеством друзей, и мы начали вместе ходить на мероприятия и заниматься этим делом. Мне нравится помогать людям. Ребят наградили благодарственными письмами за неоценимый вклад в развитие добровольчества. Также отметили наставников-волонтеров. Им вручили благодарности от министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Китиван Швелидзе. Труд активистов по достоинству оценили, мотивируя на новые свершения. Важно отметить всех добровольцев, которые с особым мировоззрением, с добрым сердцем занимаются добровольческой, волонтерской деятельностью на территории нашего города Химки, а также на территории всего Подмосковья. Основная задача Центра волонтеры Подмосковья – развитие волонтерского движения. На сегодняшний день в Химках оказывают помощь почти 2000 волонтеров. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.